КАМАЗ следовал из Ангарска в Иркутск. В результате опрокидывания на месте ДТП произошел разлив топлива. По словам сотрудников ГИБДД, около 500 литров бензина оказались на проезжей части. Последствия аварии ликвидировали сотрудники Ангарского гарнизона противопожарной службы. Прибывшие на место ДТП медики зафиксировали у водителя серьезную рану руки. Что ваше мнение? Чтобы во избежание ДТП машина перевернулась, рулевым управлением справился. А вот по мнению сотрудников ГИБДД, могли быть и другие причины опрокидывания грузовика. Предварительно по, так скажем, весе сотрудников ГИБДД дорожно-транспортное происшествие произошло из-за неправильной загрузки товара произведенного. То есть тоже молоко, молочную продукцию просто из-за неправильно выбранного режима скорости могло расшатать и просто-напросто положить на бок. В грузовом автомобиле, принадлежащем одной из торговых фирм, находились продукты питания – молоко, растительное масло, сода. Товар в результате удара пострадал незначительно. Его вовремя транспортировали в другой грузовик. По факту случившегося будет проведена проверка и принято правовое решение. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин, «Местное время».